Здравствуйте, с вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 4 марта и сразу о родившихся в этот день. 1678 год. День рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора, скрипача, дирижера, педагога. Знаменитые времена года гремят по консерваториям всего мира спустя несколько столетий после его смерти. А ведь он написал множество других не менее значительных музыкальных шедевров. Именно он стал первым в истории человеком, который смог создать концерт для скрипки оркестра. В наши дни это очень популярный формат. Лариса Лужина, актриса, народная артистка РСФСР, появилась на свет в 1939 году. А спустя 10 лет родился Владимир Ивасюк, украинский поэт и композитор. Сейчас герой Украины, автор знаменитой песни «Червона рута», который был зверски убит в 70-х годах. 1951 год. Рождается Крис Ри. Он живет с семьей вдали от мегаполисов, в уединенном загородном доме. В качестве хобби любит заниматься обустройством сада и рисовать, продавая свои картины через аукционы. А вырученные средства идут на благотворительность. Причем Крис никак не афиширует эту сторону своей жизни. 1954 год. День рождения Бориса Моисеева. Танцовщика, певца и актера, заслуженного артиста России. Борис Моисеев, говорят, очень суеверный человек, который постоянно общается с гадалками и экстрасенсами. Сам заявляет, что известная ворожея предрекла ему успех в 55 лет и долгую жизнь до 86. События. 1726 год. В Петербурге при Академии наук открывается первая в России гимназия. 1733 год. Указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении полиции в городах, где предлагалось открыть полицейские учреждения в 23 губернских и провинциальных городах. Появилась возможность создания органов городской полиции. Однако в ряде мест полицейские функции долгие годы выполнялись городскими гарнизонами. Да и сама охрана правопорядка и борьба с преступностью, осуществляемые такими путями, чаще всего не давали желаемого эффекта. 1837. Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта». И начато следствие по делу о непозволительных стихах, за которым наблюдал сам император. Первая часть стихотворения была названа шефом корпуса жандармов Бенкендорфом дерзостью, а вот относительно второй он выразился куда более определенно, отнеся ее к вольнодумству и сравнив с преступлением. 1870 год. На Сормовском заводе пускается первая в России мартеновская печь. Именно тогда еще в Российской империи была построена первая печь по технологии французского инженера Пьера Мартена. С тех пор печи стали неотъемлемой частью черной металлургии. Благодаря им проходила сталинская индустриализация. С их помощью, что называется, ковалась победа в Великой Отечественной войне. 1877 год. Американский изобретатель Эмиль Берлинер создает микрофон. Однако в этой истории все не так просто. За год до этого Александр Белл также создает микрофон, который назывался, правда, жидкостным. На выставке это увидел Берлинер и решил, что может сделать не хуже. Он очистил и усилил передаваемые звуки и изобрел таким образом телефонный передатчик, который назвал микрофоном. Аппарат смог передавать звуки на большие расстояния. Белл пытался судиться, но у него ничего не вышло. А микрофон для нашей профессии – это сегодня все. 1965 год. Принятие указа Президиума Верховного Совета СССР о наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях, независимо от времени совершения преступлений. 2002 год. Состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук. Учреждена премия Академии «Золотой орел». Ну и последнее. 4 марта 2002 год. Курс доллара в столице вплотную приближается к отметке в 31 рубль. По итогам торгов он составляет 30 рублей 99 копеек. Утром Мосэнерго полностью отключает от электроэнергии столичный автогигант АЗЛК «Москвич» за долги, которые приближаются к миллиарду. А «АвтоВАЗ» тем временем представляет свой новый автомобиль – первый российский катафалк.
Базовой моделью для ВАЗовского катафалка становится универсал ВАЗ-2111. Новая машина снабжена грузовым отсеком длиной 2 метра и 10 сантиметров, двумя боковыми и задней дверью, что вполне достаточно для, как вы понимаете, специального груза. Символично, но совсем скоро один из ведущих российских, а ранее советских автогигантов прекратит свое существование, а ЗЛК останется в истории. Да и сам автомобиль «Москвич» практически исчезнет. Хотя нет да нет, но где-нибудь во дворе можно найти уныло ржавеющий автомобиль. Мечта многих советских граждан. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».